Всем, ребят, привет! С вами, как всегда, канал Смотри и Завидуй. И в этом видеоролике я вам покажу, как и обещал, сколько мне потребуется монет черного рынка, чтобы забрать все три награды. Три, нет, не три, а четыре награды на в этом событии в новом, на 9 мая. Так, ну как всегда, мы начинаем, мы приобретаем валюту. Это 5000. Так, у меня на балансе 5700. Ну, давайте начнем. Так, если будут еще какие-нибудь там золотые, ну, я буду все открывать, чтобы увидели цены вообще на пушки, какие нам там будут. Вот, у нас будет золотой 50 макаров, но так как у меня есть, я даже не вижу, сколько он будет здесь стоить. Но он тут тоже присутствует в наградах. Так, я ни разу еще не открывал 20-й прокрут. Так, РПД Карбон, Томпсон Люкс. Так, что-то мало опять, по 5 карточек дают, по 10. Ну, это событие я по-любому буду все забирать. Ну, для ошибки себе набить, чтобы нет-то. Какая халява, почему бы не набить. Но вот насчет двойных пистолетиков, ну, у меня они есть, но у меня золота нет. Я, наверное, не буду ее. Так как они очень слишком. Дороговато сделали для нас. Ну, это почти 12 тысяч этих монет надо потратить, чтобы забрать какие-то двойные пистолеты. Хотя здесь пушки. Можно будет намного, наверное, думаю, дешевле забрать все это. Так, тут также будет золотой Томпсон. У меня он есть. Здесь я также не вижу. Ну вот он, первый, 20-й прокрут, и смотрим. 50, 50, 50. По 50 будет давать. Ну давайте начнем с ККшечки. Делаем ваши ставки, пишем в комментарии, как вы думаете, за сколько же я смогу это сделать. Пока ролик начался. Самое главное, ребят, я вам не показал. Я забыл вам показать. Давайте сейчас я покажу, какие ротации карт они нам сделают. А так и осталось. Я думал, что-то поменяется, но хотя, возможно, поменяется еще. Так, едем дальше. Я думал, может, что-то изменилось. Ну, наверное, ближе к делу поменяется. Сейчас еще рано об этом говорить. Олег Макаров был. Ну, не золотой. Но я думаю, наверное, золотой 1004 тут стоит. Золотой инфл. Ну, походу, тут будут все старые пушечки у нас золотые. Да, вот мне, наверное, только винчестер надо будет забрать, но я сейчас посмотрю, сколько они вообще тут будут стоить. Если недорого, я заберу, чё бы нет. Пусть в коллекции будет. Даже по 20 карточек вон дают, я смотрю. Ну, просто ни одна пушка мне не попалась в золоте за фиктивную цену, так как у меня все эти пушки есть, я даже не могу сказать, сколько они стоят. Вот я вижу, Макаров 3,5 стоит. Но это не золотой. Это вот джентльмен 3500. Но все равно многовато для этой пушки. Вон панацея, маузер вообще почти 6000. Золотые 12. Тут тоже может золото 12 стоит. Так, ну по 20. Что надо, тоже по 20, по 50 дают. Ой, не по 50, а по 30. 50 это там почему, да. Мне кажется, что там будет по 50, по 100 там не будет. Ну, хотя неизвестно, кто знает. Но пока я спустил около 1000. И около 1000 я спустил где-то. Вот давайте еще второй раз прокрут у нас идет. 20-й прокрут, смотрим. Опять, походу, а вот 100 идет. Я беру где больше.
100 есть, я думал, не будет сотки. Давай, Винчестер золотой. Мне надо просто показать для вас, ребят, сколько вообще золотые старые пушки будут здесь стоить. Просто цены на нее нету. Был Томпсон, но у меня есть. И Макаров, он тоже у меня есть пистолет. Так что я не могу даже вам сказать примерно даже стоимость. Ну просто если вот примерно взять 3,5 обычные, ну джентльмен, ну и другая версия 3,5. Но золотая около 7 что-то будет стоить. Ну, это мое мнение еще. А вот РПД я тоже заберу в коллекцию себе. Че бы нет. За 300 этих. А пусть будет. С ней можно на ПВЕ еще сходить. У меня такой аккаунт коллекционный. Там много разных пушечек. А будет вам обзор, как вмещать моего этого склада полностью. Там много какие пушки есть, которые может и у кого-то и не быть вообще. Я вот уже думаю, скоро вообще... А, вот, смотрите, 1500 винчестер стоит. Походу, все пушки по 1500. Ну, я думаю, это многовато, потому что на основные сервера как-то добавляли, там, перед Новым годом или после Нового года. Ну, в каком году там старые пушки добавили, там по 300 кредитов их раздавали. Вот эти все старые пушки. А тут винчестер 1500. Ну, это не кредит, это я понимаю, монета. Ну даже если так посчитать, 1500, это я потрачу, вот по 800, 500, ну это я потрачу почти 800 кредитов. 400 рублей я заберу вот этот, ну если по кредитам просто я считаю. Если по монеткам этим черного рынка. Просто я не знаю, во-первых, ротацию карт какие будут. Во-вторых, мне надо будет первой целью забрать все вот эти пушки, прежде чем тратить на вот эту, на винчестер монеты. Так что смотрим. Вот опять пистолет Макарова упал. Стэн я не вижу. СВЧ, 5 карточек. Вот, Стэн у меня тоже есть золотой, но я чувствую, он тоже 1500. Я говорю, у меня коллекция пушек разных, и золото, и не золото есть. Даже вот просто открыть вот так по наградам, ну смотри, сколько у меня есть. Эти все ножи у меня есть. Ну, лопат, наверное, всех есть. Даже вот такая есть. Инфилд золотой есть, берсерк есть, ДП золото есть. Томпсон есть, Кольт есть, Тен есть, Инфилд золотой есть. Мало здесь что-то наград. Так, след третий, прокрут, 20-й. Вот опять винчестер. Так, 50, 50, 50. Так, где больше у нас? Мы его здесь брали в GeForce. Ну, 165, я сейчас буду где больше всего. Давайте здесь полтинничек. Походу у нас дробовик на первом месте будет. Так, ну это я не буду забирать. Я только карточки заберу побыстрее, чтобы было. 10 карточек. 5, 10, 5, 10, 5, 20, там может 3 даже. Опять 3 сделали, до этого они убирали 3. 3. 3. Походу 5. Ну может даже, я не знаю даже, может даже больше. Блин, я опять детали купил, зачем они мне нужны. Так, было бы сразу 20 прокрут. Хоп, крутанул и все. Так, намного удобнее, быстрее. И тебя тут на экране вот так квадратиком. Ту-ту-ту-ту-ту. Что-то там получил, что забрал. И все, так вообще удобнее было. А то тут крути эту анимацию, смотри. Каждый раз. Было 5700 на балансе. Сейчас 3700, это уже 2000 я потратил. Так, четвертый раз у нас прокрут, 20 идет. 50, 50, 50. Так, ну забираем опять этот дробовичок. 5. Детали. Я прям угадал. 5. Опять детали. 3. Сейчас опять 3.
Ну да, три детали. Три. Это он давать, чувствует золото, он не хочет отдавать нам. Да и на основном потом сервере не захочет. Пять. Три. Пять. Где же по 20? Че он там как маловато дает вообще? Вообще мало. Ну это может не доработано, может потом они маленько исправят. Берут эти 3 пятые, а оставят 10, там 20. Неизвестно еще. Двадцатый прокрут, смотрим. А чё по 100-то нет? По полтиннику стали давать. Один раз 100 выпало за 5 прокрутов. Вот этих двадцатых. Один раз 100 выпало на этот дробовик. Стали все по 3, по 3 давать. И детали 3. И этих карточек на оружие 3. Вот 5 выпало. 3 опять. Я говорю по 3. В основном 3 падает. 5. 3. 3. 5. Но больше все равно 3 падает, чем 5. 5. Вот 2 раза 5. Первый раз. Так очень утомляет вот это все открывать по миллион раз. Карточек по 3, это так мало. 5 5. Ну и 20 опять 50, наверное. О, соточка дали на СВЧ. Ну я, наверное, думаю, лучше 50 забрать, больше будет. Не, давайте чем больше, вот так будем забирать. Чем больше карточек даю, то и забираем. Может, тут на СВЧ 500 дадут, а на эту 50. Я же заберу за 500, наверное. Хотя, с другой стороны, надо было все-таки на этот. Я все Гарибалди хочу сказать. Хакерберри забирать. Force. Мне это надоедает очень сильно уже открывать. Я уже потратил почти внутри 3000 уже потрачено, ни одной пушки нету. Ну, может, они исправят там, я не знаю еще пока что. По поводу вот этих трех карточек, которые убирали же. Было 5, 10, 20 и так дальше. Походу опять тысячи. О, смотри, 250 на свече дал первый раз. Я и говорю, сейчас 500 даст. Давайте чем больше забираем. Так что мы смотрим. У нас было 100, может выпасть. Может выпасть 250 уже карточек. Едем дальше. А может 1200 выпадет. Как в том событии. Стоит 250 упало. Может и больше можно будет получить. Непонятно пока. Как работает алгоритм. 20 выпал наконец-то. Давно этого не было. 5, 25. Детали я не забираю, они мне нафиг не нужны. Что-то по 5 стал прям так. 5, 5, 5. Вот 3 и опять. Я СВЧ там догнала. Конечно, 350 карточек, считаю, получить 100 и 250.
3700 уже потрачено. Было, потому что 5700, сейчас 2 осталось. Детали мне не нужны. Мы подъезжаем. Так. 50, 50, 50. Ну, забираем у кого больше. Вот и случае больше. Ну, по карточкам я смотрю, у кого больше. Может, я свече, у меня самая первая пушка и будет. Снайперская винтовка. Вообще, я так не любитель снайпером. Но первый раз, когда я снапу, наверное, первый заберу наградой. Мне так кажется. Как думаете, напишите, вот пока сейчас, если смотрите этот момент, напишите сейчас в комментарии. За 5700 я заберу хоть одну пушку. Вот за эти оставшие тут осталось полторы почти. А, ну, в итоге все вместе я же потрачу 5700. Вот посмотрим. Вы напишите ваше мнение, как вы думаете, заберу? Буду забирать, где больше карточек дает, на какое оружие. Ну, сейчас увидим. Может, сейчас 500 даст. Десять даже дал. Три опять. Три. Три. Все. Пять. Три. Десять. Пятьдесят, пятьдесят, пятьдесят. Где у нас больше? Ну, и свечей, конечно же. 3-4, ну еще 3 двадцатых прокрута будет у нас, наверное. Кажется, охота за космионом, я там потратил 17 тысяч за 3 награды говенных. На штурма агент, это камуфляж. Ножик этот, катана. И Таурус пистолет, я за него 17 225 или 255 потратил. А тут за золотые сколько я потратил? Может, вообще все 20? Да посмотрим. Ну, пока я говорю, 4700 уже потрачено. Ни одной пушки на всегда нет. Все снимаю, как и обещал, в полном, без разных там вырезаний, чтобы вы видели, что я прям все открыл. Все у меня как падало, так и падает. 20 выпало. Да ладно. Так, 50, 50, 50. Ну и свечи, так как у нас всех больше на нее. Я не думаю, осталось еще 2 прокрута. 20. Я не думаю, что я заберу хоть одну пушку. Стал 750 этих монеток. ХК-шку. Быстрее бы мне ХК-шку золотую. Пушка огонь вообще. Один прокрут остался. У меня же было не ровное, не 6000, а 5700 было. Двадцатый опять. 100 на СВЧ. Даже 50 выпал. 50, 50 и хоп, 100 на СВЧ. Походу я не заберу. 5700, у меня 745 карточек. Почти. Сейчас еще пятак буду закупать.
Смотрите, там было 5700. Вот 300 я докупаю, чтобы было ровно 6. Ну, 6 монеток. Как раз на один мне прокрутишь. 6000 монеток будет. Не 5700, я добавил еще. Это будет 6. Ну, потом удобнее считать, за сколько я все заберу. Ну, по-любому будет это. Они будут, чтобы люди покупали, потому что прохождение миссии там не так много заработаешь. Вот там первый круг ты уже прошел 4 спецслухи, ну ты заработал по 400, там, ну по 500, округлым 2000 это будет. Вот 20-й прокрут у нас. Ну что, дают по 50, и даже СВЧ нету. Так, ребят, вот сейчас 4 прокрута, 6000 я потратил. Ни одной пушки нету. Сколько же на одну пушку надо будет потратить? Последний прокрут. Все, ребят, 6000, у меня 0. 6000 я потратил, еще беру 5000, приобретаю. За 6000 я ни одной пушки навсегда не забрал. У меня вот. GeForce 500. Берета 260. Ну вот, 758 СВЧ, даже почти нет. Не, ну никто не это. Эх, может выпадет 1200. А может и нет. Ну с другой стороны тоже, они так не возьмут и не дадут. Так быстро хоп, забирать там, ну, чуть ли не там 2 или 3 тысячи потратил, но всегда уже забрал. Пушку, во-первых, с модами, плюс золотая версия. И плюс еще ректабельная, даже в том же рейтинговом матче, в ПВЕ, спецухах, ПВП. План бы это, ну там уже все. Как вот на основных серверах добавили там этот галиты и золотой дали. И нейлит снапу. Хотя на ПВЕ с ней тоже можно поиграть еще. А будет 6500. Смотрим. 50, 50, 50. СВЧ 50 забираем. Я даже СВЧ еще не забрал. Ну вот, ребят, 6500 я потратил, и ни одной пушки не забрал. Тысяч за 10 мне надо, чтобы забрать что-то. Событие это вроде офигенное вышло, поначалу смотришь. А когда ты должен столько этих потратить, монет черного рынка, чтобы даже забрать одну, это опять начинается полный же скач. Я не думаю, что на Warface Quatch там происходит такая же ситуация. Там, наверное, добавляют, и там с легкостью люди, наверное, забираются. Если буча, наверное, не поднялась такая с этими золотыми пушками, они, может, и даже и не добавили. О, 250 дали. Вот смотри, всех больше. На ХКшку. Но я все равно еще даже ни одной пушки. Сейчас я 4 прокрута, я уже 7000 потрачу. Ни одной пушки навсегда нет. Было 5700. Ну да, 6700 я потрачу. Вот, ребят, 6700 потрачено, ни одна пушка не собрана. Вот, 850 почти.
Опять по 3 дают. Ну, очень мало дают. 20 дали, наконец-то. Даже дали на ту пушку, которая типа впереди сейчас по очкам идет. Ну, на втором месте. Сначала СВЧ, потом этот GeForce Hackerberry. Вон, у нее 600 уже. Почти половина. СВЧ у нас 850. Все равно мало. Так, едем. Вот прокрут. Может, еще 250 дадут. СВЧ 100 дают. Итого на СВЧ у нас 950. Да, 950. Ну что, может. Вот все на дробовик дает по 20 карточек. Я уже заметил, не первый раз на него 20 карточек выпадает. Это так тяжко, вот это крутить очень долго. Морачиваться. Но это все для вас, ребят. За это надо лайк поставить, подписаться на канал, поставить лайк, написать свое мнение в комментарии по поводу, что вы уже почти 7000 потрачено и ни одной пушки даже не собрано. Не забывайте, ребят, подписываться на канал. Для меня это очень важно. Канал небольшого формата. Начинает потихонечку развиваться, набирать обороты. Вот, ребят, 20-й прокрут, смотрим. Может, 250 дадут. СВЧ полтинник, вот уже 1000. Так, итого я потратил до этого 5700, ну и считай 2. Ну, 5, 6, 7, почти 8000. Ну, это очень много. Не знаю, может, после первой пушки там по-быстрому заберутся остальные. Все возможно, это было уже такое. 8000 уже потрачено. И ни одной пушки нет навсегда. Это очень много. В связи с того, что событие будет идти всего 17 дней. Но это будет сколько? По 7, 4, ну, где-то первый раз. Ну, два раза обновят ротации карт, наверное. Не знаю, может, они нам сделают эти, как вам, двойные награды. Будут там не 408 за спецоперацию давать, там, а 900 там. Чем-то. Почти 1000 за одну спецуху. Как в PvP сделали до этого, там двойные награды были. Не 20, там 5-26, а 51 максимал. Я чувствую, сейчас СВЧ выдаст нам. Сейчас уже приближаемся к 20-му прокруту. Так, ну зачем ты мне эти детали тут? Мне они не нужны здесь. Вот у нас 20-й прокрут, смотрим. 50. По 50. Я все равно... Ребят, потрачено уже, ну, считай, вот здесь 2,5, там уже, там 5, 7,5, 700, уже 8, 200 потрачено, и ни одной пушки навсегда нет. Ну, это, походу, опять это говнище полное станет, получением награды. То, что они добавили такие награды, это, да, прикольно, но... Это хорошо, ну прикольно, да, молодцы. Ну то, что они опять начинают с этими карточками, там опять что-то свое делать, это вообще начинается опять полная жопа. Это как бы они нам этом облицовку, картинку показали, что вот, типа, смотрите, такие пушки будут. А чтобы их забрать, надо чуть ли не там по 10 тысяч кредитов отдать. Помимо того, еще в игре там заработаешь.
На ПВЕшке. Ты еще 1005-10 потратишь, чтобы забрать их навсегда. Но ты же хочешь золото получить? Это они так специально будут делать. Люди покупали, забирали. Потому что за спецухи по-любому, если двойных не будет, не хватит. Там сколько надо очков-то будет собрать? Из спецухи ты один раз пройдешь и все, 7 дней ты, ну, тебе ничего не дадут за них. Вот он, долгожданный 20 прокун, может 100 дадут сейчас. И СВЧ не дали, вы представляете? 608, 600. Но СВЧ даже не дали. Я просто офигею уже. Уже 8, почти 9 тысяч. Ни одной пушки нет. Навсегда. Раньше за 9 тысяч можно было все собрать пушки топовые. Если так много карточек, добавлять то те награды. Зачем вы изменили? Добавляйте СТК, добавляйте Гарибалди, Макпул, МЦ, вот это новое, все в золоте добавляйте. Тогда берите столько карточек, люди, да, будут золотые, кому надо, будут там покупать эти монеты, события. Ну, будут зарабатывать и еще покупать. Кому не хочется зарабатывать, будут покупать, тратить деньги на кредит. Вам же это выручка идет. Я сейчас голова лопнет. Потому что крутишь одно и то же и одну и ту же картинку. Постоянно вот эти четыре появляются, и ты открываешь. Я говорю, если разработчики вы меня смотрите, вы придумайте что-нибудь с открытием карточек, чтобы было как-нибудь побыстрее. Либо сделайте сразу 20, чтобы открывалось. Ну, 19 и последний там 20. Потому что, ну, это очень долго и это напрягает очень сильно. Вот он, долгожданный. Ну что, забираем СВЧ? Полтинник дает. Ну где соточка-то? Представляете? Уже 3, 5, 8, 8, 700, и тут 500. Уже 9 тысяч. И я ни одну пушку не собрал. 9 тысяч монет черного рынка. Ни одной пушки навсегда нет. Почти СВЧ собрал. Ну, сейчас еще надо один будет прокрут 20. А сейчас может на СВЧ не быть. Вообще ее там. Не знаю, что нам игра сделает, предложит. Хотя не 5700, а 6. Я же забыл, я же еще добавил 6000 там был. Значит, уже 6 и 3. 9000 уже есть. Вот 10-я тысяча пошла уже. Что, осталось на СВЧ? Ну, 9200 уже. Девять 250. Сейчас будет, наверное. 9300. Не дает. Девять 350. Хопа нет на свече. Я так и знал, смотри, 9350 и свечи нет специально. Ой-ой. 9. 9400 уже потрачено. Ни одной пушки на всегда нет. И свече нам не дает забрать какие-нибудь там 5 карточек или 10. Вот. 9,5 ровно. Нет. 9,5, 6. 8,5, 9. 6 и 4. 10. А, тут же 5 и там 6. Значит, сейчас, ребят. Чуть-чуть, смотрите, 1196. Сейчас расскажу точно, сколько я потратил. Там было 6 и тут 5. 6, 5, 11, ну и 1000 осталось. Уже 10, 25. Потрачено. Вот оно. И все равно не хватает. Прикинь, еще одну карточку надо.
Я офигею. 10 тысяч, чтобы забрать какую-то пушку СВЧ. Ну, у кого-нибудь будет другая пушка. Вот, ребят, первая пушка. В итоге я потратил на нее. Там 6 тысяч, тут 5 я потратил. А, 6 плюс 4, 200. Это 10 200 монет черного рынка, чтобы забрать одну пушку навсегда. Это вообще жопа, ребят. Это опять полная жопа. Мы сейчас посмотрим остальные пушки. Ну, я походу тысяч 20 тут оставлю, а может и больше, чтобы забрать все 4. Ну и смотрим, сколько дадут. 250 дадут. 50, 50, 150. Так, ну мы забираем этот. Ну тут нам соточку предлагают. Давайте соточку. Чем больше. Десять двести, это вообще, это ужас, просто ужас, ребят, просто ужас. Вот теперь можете написать в комментарии, как вы считаете, это ужас или это нормально? 10 200 я потратил, чтобы забрать одно оружие только, и у вторых нету там, чтобы было почти там второе собрано. Вот смотрите, пока даже 1000 нету. Конечно, вы меня расстроили, админы. Я поначалу, о, прикольные события, такие награды, офигительно, все, уважуха вам, молодцы. А когда начал крутить, я просто офигел. Знаете, если каждая пушка по 10 тысяч. Ну, это, походу, не зря, там маузер за 11, почти за 12 тысяч этих монет лежит в магазине. 50, 50, 50. Ну, забираем эту. АФКшка будет у нас в кармане. Ну и что, ребят, в итоге. 11 тысяч улетело. Я забрал СВЧ. Забрал ХКшку почти. 941. Едем дальше. Купаем дальше, еще пятак. Просто ужас. Ой-ой-ой-ой-ой. 250, попади на ХКшку. Тогда ты хоть в этой пушке обрадуешь меня. Не так долго пришлось крутить, чтобы вторую пушку забрать. Вот он, 20-й прокрут. И смотрим. Полтинник. Полтиннику. Тоже ХКшку дать. Ну вот, 1000 уже. Потрачено 11 400, почти 11 500. Второй пушки нет. Ну все, на ХКшку, я смотрю, дает. До этого на СВЧ наоборот специально не давал, а тут дает прям. Это по 5 кредитов стали давать. 3 5 5. Уже по 20 не дает на этот дробовик. Дробовик. Дробовик.
Бобовик. Вот она, хакашка. Опять детали. Да уберите свои детали. Детали потом давать будете. Дробовик соточку даю. Выбираем. 50 этих. Далее. 5. Уж скоро заберу. Да и дробаш тоже рвется вперед. Ну вот сейчас уже 12 тысяч будет. Вот уже 12 тысяч потрачено. Одна пушка только. Сейчас вот две. Вторая приближается. Ну, если так вот посчитать, допустим, там 11200, я, допустим, потратил, чтобы одну пушку навсегда забрать. Нужно, например, будет 15 тысяч, я заберу 4, это там, ну, не 15, там, ну, даже 15, это что, по 3,5, там, ну, 3700, это за каждую пушку будет, да, примерно, 3750. Так и получится. Ну, если на 4 поделить, это 4 заберешь за 15 тысяч. Это первую ты забрал, а остальные это легче. Ну давай, ХКшечка, выпадайся. По 3 карточки дается, не больше. Ну и смотрим. Полтинник, полтинник, полтинник. Берем этот полтинник, еще соточку сюда. Вот осталось. 80 почти. Ну вот 20 наконец опять дал. А то не давал сколько? 23. Ну. Ой. 5. Все по 5 дали. Каждую пушку по 5 дал. 3. Кашка сейчас будет уже все, наверное. Сейчас я заберу ХКшку уже. Итого у меня потрачено будет 13 тысяч. Две пушки. Это по 6,5 на пушку. Вот он, 20-й прокрут, смотрим. Опять по полтиннику будет, мне кажется. О, берет сразу. О, 500 дают даже, прикиньте. Ничего себе, даже 500 дают карточку, ребят. Но он видит, что потрачено очень много. Вот, сейчас береты, наверное, заберутся. Мне кажется, я сейчас эти пятак добью и заберу все три пушки. Я сейчас уже заберу ХКшку. Дробаш у меня тоже 900 с чем-то. Ну, походу, это только за первую пушку ты потратишь там 11 тысяч. А за остальные потратишь там копейки. Полтинник остался. И тут полтинник остался. Берет полтинник, у ХКшки полтинник остался. У Хакарберри. Ну, 200. Он в конце, наверное, будет. А может, мне сейчас на него 200 дадут, я и заберу его сразу.
Смотрим. Все по 50. Какую пушку забираем? Ну давайте ХКшку. Вот она. Забрали, выбрали. Так, итого потрачено уже там 11, и тут, допустим, 2500, 12, 13, 13500. Две пушки собраны. Так что мы можем получить 100 карточек, 250 и даже 500. Но 1200 нет. Как мне не выпадало ни разу. Может и есть, а может нет, неизвестно. Оберета заберу. Вот он, долгожданный 20-й прокурс. Смотрим, береты забираем. Или на дробовик что-нибудь выйдет. Полтинник. Все, береты забираем. Остался дробовик. В итоге у меня потрачено уже... Ну, округлим 2 просто. 3 и 1. 14 тысяч я 3 пушки забрал. Но первый очень долго длился. За 14 3 пушки. Последняя пушка осталась. Может 2000, а может меньше и не надо будет. Я думаю, поменьше. Останется еще баблишка. Вон одни карточки сыпает. Эти не... Ой, детали. Карточки не сыпает, а детали сыпет. 20, 3, 20, 3, 5, 10, 3, 5. Не говорю, одни детали. 3. А где же специальный дробовик не дает? 3. Вот он полтинничка, наверное, будет. А может соточка будет. О, 500 сразу. Сразу-то не могли это сделать. Ну и все, ребят. Итого. Сейчас мы посчитаем даже. Так. Сейчас я вам, ребят, скажу. Возьмем даже калькулятор. Ну и так можно посчитать, ну ладно. Так, сначала у меня было, потратил я 11 тысяч. Ну в итоге там 5, 6 плюс 5, 11, 11 и еще 5, 16 тысяч. 16 тысяч. Минус 11, который я до этого потратил. 5. Ну и 5 минут. 1. 15, 13, 14. 14, 400 тысяч. 14, 400 ровно. Я забрал все 3 пушки. Ну это да, это, короче, я думаю, не так-то много, но... Все равно... Поначалу ты забираешь же первую пушку, и она очень дорого тебе обходится. Ну, как по мне. Ну, я заберу. Ну, ребят,
Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Как вам вообще события? Как вам про то, что там 11 тысяч потрачено на первую пушку? То, что потратил я всего почти 15, забрал 4 доната. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Я комментарии всегда читаю все, отвечаю на все. Всем удачи, всем пока, спасибо вам за просмотр. До новых встреч.